Солнечные мандарины, пушистые киви и сочные гранаты. С такими витаминными подарками в гости к врачам Одинцовской областной больницы приехали депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков. Депутаты окружного совета, представители местного отделения партии «Единая Россия» и молодежного парламента. Люди очень интенсивно, наши врачи, работали на протяжении всего периода пандемии и в самые острые пики. И вот сейчас, благодаря их усилиям, пандемия отступает, поэтому мы сегодня приехали их немножко поддержать. Фрукты – это источник витаминов, тем более зимой, когда витаминов не хватает. Такая поддержка. Чтобы немножко поднять им настроение, мы привезли вот эти фрукты. Поэтому хочется только пожелать им здоровья и их семьям. И сказать, конечно, еще раз большое спасибо за всех за нас. Это уже вторая подобная акция. Первая была организована молодежным парламентом и депутатами месяц назад. В Новый год, когда мы все были на праздниках, вот как раз-таки у нас была первая акция, мы отвозили 200 килограмм мандарин в наши учреждения, которые работают с ковидом. Это Никольская больница и 45-я. А сегодня мы привезли мандарины, витамин С, гранаты, киви мы привезли врачам нашей ЦРБ. Из Одинцова делегация отправляется еще в одно медучреждение округа – в Перхушковский стационар. Врачей собрали в конференц-зале ненадолго, чтобы не отрывать от важной работы, но немного порадовать вкусными и яркими живыми витаминами. Ведь после добрых слов благодарности и полезного для поддержания иммунитета угощения и работается легче. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».